choice was not long, didn't take long. Сам по себе выбор не занял много времени. Just very quick. Он был быстрым. And I know when things are true in my life. И я знаю, что когда вещи в моей жизни истинные, они происходят This быстро. Is God. Это Бог. And God has protected me my whole life. Бог защищал меня всю мою жизнь. So I owe my life to God. И поэтому моя жизнь принадлежит Богу. But I've been waiting for the right time to give myself to God. Но я ждал правильное время, чтобы предстать, ну, чтобы отдать себя Богу. I've been too busy. Я был очень занят. The war in my spirit. Воюя со своим духом. And my work. И тем, ну, плюс работа. But this moment came so suddenly. Но этот момент пришел так неожиданно. That I knew it was absolutely correct. Я знал, что он абсолютно правильный. I have no question. У меня не было вопросов, никаких сомнений. And I was asked today. Мне сегодня задали вопрос. Are you worried about American reaction? Вы боитесь об американской реакции? Не обязательно, не только на это. Dual citizenship. Но и на двойное гражданство. Russian and American. Российское, американское. My answer is. Мой ответ. I have no fear with God. Я не боюсь, так как я с Богом. And anybody that wishes me harm. И все, кто желает мне неприятностей. Must deal with God first. Сначала должны иметь дело с Богом. So I have no fear. Поэтому у меня нет страха. А сейчас что чувствуете вот после того, что случилось? What do you feel now after the ceremony? I feel very, very, maybe high as well. Я чувствую очень так возвышенно себя. But being high means to be elevated. To not be on the ground. My feet are always on the ground. Не то, чтобы я оторвался от земли, мои ноги всегда на земле. But this moment is about being closer to God, момент, being higher, поднялся выше к and Богу, closer to God. И стал ближе к Богу. В дальнейшем планируете чаще бывать в России, может быть, совсем переедете сюда жить? To be in Russia more often or